Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Параллельно прививают и от гриппа. Эффективность действия препарата в таком случае не снижается, а к противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. В лесах за осень планируют высадить деревья на площади в 1000 гектаров. Всего же под восстановление попадет 3000. С начала года из-за непогоды было повреждено около 90 тысяч гектаров массива. Общий объем древесины оценивается более чем 4 миллиона 300 тысяч кубов. Наибольший урон ветер нанес в Могилевской области. Бобруйские предприятия формируют свыше 80% выручки социально-экономического комплекса города. Объем промышленного производства за 9 месяцев вырос на 37%. Больше половины продукции отправляется на экспорт. Основной рынок по-прежнему Россия. Развивают также азиатский вектор, в частности, Азербайджан и Кыргызстан. В Бобруйском районе под колесами поезда погиб человек. Состав двигался по маршруту Минск-Гомель. ЧП произошло вблизи деревни Микуличи. Как выяснили следователи, 46-летний мужчина уснул на ЖД-путях. Специалисты опросили машиниста и очевидцев. Назначена экспертиза. В городе с 25 октября стартует акция «За безопасность вместе». Все силы будут направлены на предупреждение пожаров и гибели людей. Особое внимание уделят одиноко проживающим и инвалидам первой-второй групп. Среди актуальных тем – правила эксплуатации печей, наличие извещателей, осторожность при курении.